Всем привет! Начинаем путешествие очередное из компании «Ларусия». Были на винодельне и видели такую марку вина «Гермениза». Очень достаточно неплохое такое жесткое вино. Я, честно говоря, люблю сухие красные вина. Это красное такое, достаточно выдержанное, хорошее, тяжелое, я бы сказал, вино. Вот они выпускают красные вина. И белые вина, и ракию выпускает. Вот как раз фотография ракии. Вот хорошее местечко. Находится в живописном районе. Много там, конечно, винограда, виноградники. Но само хозяйство не очень большое. Это семейная ферма. Так ему попали туда совершенно случайно. Семейная ферма, нас встретил хозяин, провел по своим подвалам. Видите, здесь вот не такое большое уже хозяйство. Вот, но все же, они выпускают, если я не ошибаюсь, по-моему, 500 или 300 литров вина в год. Это очень маленькое количество. Вот. Вина достаточно дорогие, потому что эксклюзив. Вот, ну, бутылка стоит 10 евро, это достаточно дорого. От 10 до 20, я бы сказал, вот так стоит. Ну, там производится дегустация, мы попробовали это вино. Действительно вкусное вино, купили. Ну и вот я просто взял и поснимал. А сейчас вот решил сделать сюжетик такой. Вот здесь семья вот этих виноделов. Хорошее хозяйство. Ну, собственно говоря, если все будете в Черногории, обязательно в какую-нибудь винодельню загляните. Получите удовольствие от вкуса вина. Все, пока, до свидания.